Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Ideal. Данная камера предназначена для установки в автомобиль Volkswagen, модель Touareg и Tiguan. Данная камера поставляется на такой вот коробочке небольшой, фирменной. Давайте просмотрим, что у нас в комплекте. Так, здесь имеется сама камера. Камера с прозрачным плафоном для подсветки номерного знака. Также имеет камера пластиковый корпус, герметично полностью заклеен, пылевлагозащищен. Класс защиты IP67. Подключается камера через разъемы подключения провода питания и вывода изображения, видеосигнала. В комплекте также идет удлинитель видеосигнала 5-метровый. С одной и с другой стороны разъем тюльпан-тюльпан. Также имеется кабель питания. Подключается он 12 вольт, обычно запитывается от фонаря заднего хода. Сейчас мы камеру нашу подключим, посмотрим, как она будет выводить изображение. Подключать будем 5-дюймовому монитору. Подключается все очень просто. Кабель видеосигнала. И подготовлен у нас уже запитан провод питания. Подключаем его также. Изображение выводится, вот видим с камеры. По характеристикам здесь используется сенсор CMOS. Разрешение камеры 656 на 492 пикселя. Две системы используются, PAL и NTSC, 480 ТВ-линий. Также угол обзора камеры составляет 170 градусов. Как мы видим, есть вот такой вот небольшой помощник для парковки. Это парковочная разметка, которая разделена на три зоны, с помощью которой можно будет рассчитать дистанцию от преграды к автомобилю. При покупке на камеру распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.